А перед началом хочу посоветовать вам канал Terra Games. На его канале вы найдете выживание в Расте, выживание в Хардворде, GTA и все это глазами админа. Заходите, лайкайте, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. А привет всем поклонникам и любителям Раста. С вами Турбоёж, значит, продолжаю я жить в своей крепе. Да-да-да, не побоюсь этого слова, именно крепе, потому что она крутая. Пока все путем, но терки у меня с этими чуваками, которые делят со мной добывалку, конечно, серьезные. Постоянно здесь перестрелки у нас с ними происходят. Я пытаюсь защитить, они отбиваются или наоборот. Вот так вот. В общем, работает пока на меня добывалка. Их нет никого. Пораньше я пришел с утречка, чтобы немножко ресурсов подзаработать. А вот здесь вот крепу, которую я... Да какая это крепа? Домик, который я реданул. А пока ничего не застраивал, просто так оставил, кстати. Ях, они, наверное, разозлились после того, как я их вынес. Ха, конкретно, это же их перевалочный пункт был. По-любому. Вот, заборы пока мои стоят. Попыток рейда не было, просто перестрелки бывают, но попыток рейда нет. Вот такие вот дела. Так, и в общем, сегодня в этой части я скрафтил ракеты... И мы с вами пойдем на рейд. Но я уже знаю, какой будет домик рейдить, потому что я уже нашел его. Я только вот сейчас пришел с пробежки, искал домики. И домик сейчас покажу, какой будем рейдить. Смотрите, вот дом. Но нет, мы не его будем, потому что там дверь уже вынесена, кстати. Там ворота раскрыты почему-то. Забора нету. А домик, какой мы с вами будем рейдить, ебаный чат. Вот он. Вон он, в воде стоит, смотрите. Вон он, в воде. Железный дом. И именно его мы будем рейдить. Я там пару ночей потусил возле него. Вот здесь он в скалах прятался. Недалеко от домика. Печи вроде не работают. Костра вроде нету. Шагов не слышно. Разговоров тоже. А он целый, этот дом. Но я видел шкаф. А шкаф расположен, кажется, на втором этаже. Я его прям видел, но смысла никакого разрушать его нету. Здесь нельзя ремовить чужие постройки. Поэтому он мне ничего не дает, этот шкаф. В принципе, потом, когда активируюсь, могу застроить дом или себе его взять. Вот такие вот дела. Так, ну чё, я пока голенький, вообще просто. Погнали одеваться, и сейчас мы пойдем рейдить этот дом. Так, спускаемся. Здесь я пока тоже ничего не застроил. Двери не ставил, окна тоже не ставил. Так вот, круто, обстреливать их. Бэм-бэм. О, олень. Подохни, олень. А, потом схожу за мясом. Если, конечно, не пропадет. Окейшки, спускаемся. Так, болтик. Такой цвета леопарда. Кстати, подходит к моему спальнику, да? Так, печь у меня работает. Давайте их проверим заодно. Сульфа херачит, хорошо. Железо херачит, хорошо. Так, и теперь давайте одеваться. Здесь вот у меня есть такой сундук быстрого реагирования, где расположены патроны, шмотки, оружие. Так, болт я с собой брать не буду, он мне ни к чему там. Киянку нахер бы она мне сдалась. Бандажи оставлю. Так, это у нас факел. Тоже оставлю. Ладно, одеваем давайте. Куртка у меня такая вот. Даже толстовка. Маска железная. Потом есть у меня килт из дорожных знаков. Броник. Мои треники счастливые, кстати, такие синие с двумя полосами. Я их очень люблю. И говнодамы. Одеваем их. Есть. Калаш возьму. И патронов. Ну, сотку, наверное, хватит мне. Сотку патронов-то. Так, шприцы тоже возьму. И базуку я возьму. Так, это у меня здесь половина от ракетницы осталась. Вот давайте целую. И 10 ракет. У меня больше пока нет, но я думаю, этого хватит. В принципе, половина этого дома уходит в воду, я так понял. Не знаю, может быть, там нычка какая-нибудь есть под водой. Без понятия. Ну, сверху он кажется, вот когда я смотрел в окна, какой-то голимый дом, не знаю. Посмотрим. Так, вроде готово все. Давайте теперь отрезаем. Вот так вот. Здоровьица мое. И сейчас мы в этот дом полетим через сет-хом, потому что я не могу выйти из этого дома, из своего, из своей крепы. У меня нету здесь выходов никаких, то есть, ну, по кругу забором обнесен. Я показывал. Я выхожу из дома через сет-хом. Сет-хом у меня расположен как раз на берегу. Ну что, поехали? Так, сейчас. Все взял. Шприцы, базука, калаш есть у меня. Все. Давайте пойдем. Как раз, кажется, смеркается. Вон опять сервак. Так, перезагружает, замотали. Хома 2, поехали. Постоянно сервак перезагружают. Так, печи работают. Все путем. Идем на рейд. Надеюсь,
какие-нибудь ресурсы хоть возьму. Я укрепляю пока что низ дома, то есть фундамент и стены. Первый этаж укрепил до высокого металла. И второй половина. И все пока. Так, все. В общем, здесь домов просто до хера, хоть жопой жуй. Мы прям на респауне с вами резнулись. Здесь постоянно бичи бегают. С луками они еще. Мало того, что с луками резаются. Не хочу я слиться бомжу какому-нибудь бичаре, чтобы он у меня рез отжал. Еще мои ракеты. Давайте пока зарядим, пока бежим. Кто-то спальник кинул там. Я вот сейчас пробегал, не было его. Буквально 10 минут назад. Ничего не было. Тут домов просто до хера. Опасно очень рейдить, опасно. Надеюсь, меня не пристрелят. Я потому что один иду. Прикрыть некому. Вон они, дома. Темнеет, это хорошо, темнеет. Надеюсь, голосования не будет, чтобы не включили утро. Потому что постоянно здесь как темно, голосование идет, постоянно включают утро. Это меня бесит просто. Вот этот дом, я хотел сначала его рейдануть, но он зареженный. А потом хуяк появился тот домик на воде. Понеслась, вон он тот дом. В кустах здесь сидел, пару ночей смотрел, за ним наблюдал, шпионил. Вот так вот, с болта. Ну, свет, я скажу, не горел там, вообще никакой движухи не было. Не знаю, может он вообще пустой. Кстати, по соседству на соседнем берегу там здоровые крепы, мне там пиздюлей могут навалить. Так что надо по-бырому как-то туда заходить. Вон крепость, это жопа, блин, больше чем у меня пока. Вот этот дом. Кстати, я не могу стрелять в воде, так что мне придется с берега с базуки палить. Дверь за сколько металла, поэтому я буду стрелять. Ну все, я уже не могу, да, придется с берега. Поэтому я буду стрелять на пересечении двух стен. Вот туда вон. Надеюсь, дамаг будет нормально идти. Поехали. Сразу заряжаю вторую ракету. Быстро, быстро, быстро. Потому что я очень рискую. Рискую. Респауни, рейдить. Жесть какая-то. Эх ты, ёпта. А чё развалилось там? Чё за хрень? Чё за дамажные уже были? Давай, быстрей. Чё-то походу кто-то рейдил уже. Давай. Ёб твою мать! Половина дома упала. Быстрее, ёж, плыви. Чёрт, темнеет. Куски отваливаются. Чё-то бичхаус, что ли? Неужели бичхаус? Лестница. Так. Хера не видно. Заходим в дом, заходим. Тише. Осмотрюсь сначала. Вот он шкаф, я его видел как раз с берега, когда шпионил. Спальник лежит, костер. Тишина, кажется, тишина. Что, поднимаемся наверх. Блять, тут хуям половина дома развалилась. Его кто-то видел уже. Ну-ка. Ну и говно. Инструменты. Где печки стоят? Смотрите, куда печки заныкал, да? Ха-ха. Деловой. Тоже пусто. Чё, я просрал ресы. Пусто тоже. Жесть какая-то. Фу. Так, вроде тишина. Темно еще стало. Вот шкаф, давайте активируюсь в нем. Активировался. Костер, может в костре что есть? Тело тоже не вижу никакого. Нет, костер чистый. Вниз спустимся, давайте посмотрим. Тут темно стало. Жесть какая-то. Чё за херня меня куда-то засасывает? Чё за бред? Я провалился. Слушайте, а здесь что? Здесь закрыто? Так, кажется, это не зарежет. Стойте, здесь помещение вот небольшое есть. Ну-ка, дамаг здесь есть. 750. Нет, дамага нету, кстати. Кстати, дамага нету. Мне нужно туда заходить, наверное. Нихера не вижу, темно. Так, может мне в костер зажечь? Палевно будет. Ресурсов у меня нету, чтобы застроиться. Хер с ним, подожжем костер. Если что, кто будет плыть, я увижу. Блять, тут бездна. Ебать, я боюсь нырять. Пошли. Вообще ничего не вижу. Куда мне плыть? Нихера ниндзя. Подводный ниндзя. Все, нахер. Короче, выносим. Вот эту херню. Вот отсюда вот, наверное. Надо погасить. Слишком палевно. Черт. Здесь вот вроде уступ был небольшой. Ну что, буду херачить. Вот сюда вот тогда. Погнали. Блять. Давай заряжай. Чё-то давно я так не очковал.
Тишина, тишина. Хорошо, пока на сервере людей мало, кстати. Посмотрим, сколько дамаг. Ага. На угол бью. Дамаж что две стены. Хорошо, но с утречка всегда хожу, людей мало. Иначе меня уже давно вкатили бы. Быстрей. Не знаю, что там будет. Может там пусто вообще. Но это единственное помещение незаряженное. Не понял? Я думал, я сдох. Меня под воду вынесло взрывом. Ребята! Это жесть какая-то. Залази, ёжик. Ёпта. Яйцами, что ли, зацепился? Не, нормально. Меня взрывом от ракеты вынесло в воду. Жесть. Так, 170 хп. И сколько у меня ракет? 3 ракеты осталось. Не привлёк внимание бичей? Да не, наверное, бичи не пойдут на это дело. Куда я упал? Я ничего не вижу. Всплывай. Какого хера? Давай. Забуксовал. Еще темно. Без подсветки играю. А здесь остался уступ или нет? Я не пойму. Не пойму. Похоже, он сломался. Этот уступ сломался. И как мне теперь ракетами долбить? На угол встать? Чёрт! Сейчас забомбит. Меня взрывом вынесет, наверное, если я шмальну отсюда. Дерьмище, а. Чё же мне делать-то? Чё, темно не видно ни хера! Костер включу. Я ничего не вижу, ребята. Придется костер включить. Здесь уступ сломался. Слушайте, а что здесь, стена еще? Тут реально стена. Так, я могу отсюда шмальнуть. По-быстрому только, если по-быстрому... Пиздец. Все рухнуло. Я сломал. Здесь что у нас? 170 хп. Блять, опять бездна. Что за бред? Я боюсь туда нырять. Что потом будет? Ладно, поехали. Хера не вижу. Куда плыть? Так, здесь какой-то ящик есть. О, ебать! 58 эксплозива, 18 тысяч железа, 460 высокого металла, 2 козаря. Сульфы, 8 козарей. Угля. Все забираю. 360 тканей, 4 косаря, дерево, револьвер и камень. Так, я всплыл. Куда дальше? Я ничего не вижу. Я нихера не вижу. Так, все. Все, ребята, валим нахер отсюда. Быстро. Хома один. Ёб твою мать. Хома один. Блять, ты по-английски пиши. Хома один. Валим, уносим свои пуканы отсюда. Так, сижу в воде. Темно. Калаш мне взад. Быстрее, хочу дом еще раз посмотреть на свой лут. Который я завоевал. Так, ресивинг дата. Быстро. Сейчас в доме реснемся. Еще раз глянем. Так, давай. Фух, так, добывалка вроде работает. Ну что, поднимаемся? Есть, мать вашу. Есть. 58 эксплозива. Слушайте, на одну ракету нужно 10 эксплозива. Кажется, сейчас посмотрим. На одну ракету... Да. То есть, 5 ракет. 5 ракет, я больше половины ракеты купил. А металл обычный, 18, почти 19 тысяч. Металл высокого качества, 460, 2000 серы. Это говно, нахер бы мне надо. Камень, ну 3 косаря это мало, 4 косаря дерева тоже мало. Ткань, револьвер, разрядить, патроны будут. И уголь, вот что самое главное, это уголь. Хорошо. Так, ну что, выгружаюсь, я опять... Назад. Слушайте, прикольно был, но больше я не пойду рейдить такой дома один. Это жесть. Это опасно. На респауне он находится. Бичи постоянно рестуются. Опасно. Не знаю, на свой страх и риск. Сука, все ради вас, чуваки. Вот такой вот у нас рейд был, я не знаю, как его назвать. Водный рейд или подводный. Помню, подводный рейд у нас как-то был с Сусанином рейдили.
Жесть какая-то. Кстати, кто спрашивает, где Сусанин, он работает, чуваки, не может пока. У нас не получается никак вместе позаписывать. Так что ждем его. Должен скоро появиться. А, типа водный рейд, ну просто очково водный рейд. Вот так вот назвать надо. Все, сейчас я выгружаюсь, короче. Темно уже наступило. Надо добывалку прошмонать. Чем там, может, ресурсы какие есть. И пока на этом все, буду крафтить ракеты, опять искать, радовать вас видосиками. С вами был Турбоёж и счастливо вам! Пока!